О, да. О, бэйби. Very smell. Воняет этот, я только понял все. Ага, play fair. Да. Continue. Yeah, boy. На какой сервак идти? Европа, это европейские. В ММО проекте крайне важно не ошибиться с выбором. Пиздец, как это сложно. А вот Балтика, ё-моё. Go to village. I understand. Я все понимаю. Опа, а вот тут уже проблемочки. Так, переводчик. Переводчик через камеру. Оф, да, языковой фильтр. Языковой фильтр. Не, я хочу плохие слова видеть. Так, дальше. Текст в речи. Включить. Преобразовать речь в текст. Прикольно. Субтитры пускай будут. Не, я не дальтоник. Так. Смогу потом подстроить, интересно. Да, по-любому. Да. Английский не знаю, не буду переводить. But those who've gone before you have simply vanished, never heard from again. I saw the horror, the madness that overcame the crew. It was beyond any evil the world has ever known. I survived. I do not know. The contents of this box are not of this world. They will guide you to that one, wherever and whatever that may be. Go then, Captain. Charge your course and your fate. I will say a prayer for the souls of your crew. Фончик бомбезненький, конечно. Опачки, а что это за китайский хлопчик? А я могу быть не девочка? А почему я девочка? Кто это? Что это такое? Кто ты такой? Ты лысый девочка. Фу, слава богу. Фейс. Ой, ты боже, шрамом милый такой. Ой, ты господи. А ну, давай, может, моя лицо. О, ну это серьезная такая честь. Ну, это подбородок такой честный, гордый, хороший.
Вот это нравится мне. Так. А, цвет кожи. Ну я белый, я хочу белым быть. О, ё-моё. Не, кудряшка сию не хочу. Гомолысикус. Не, гомолысикус тоже. О май гад. Ой-ой-ой. Ой, буду девочек покорять, так. Златовласый. Убийца просто. Голубоглазый. Ой, не светло-русый. Не седовласый старик, не. Это, а, глаза, глаза. Зеленые, как у кота. И Шрека. Вроде у него зеленые, я не помню. Что это такое? О май гад. Руденькие. Не, херня. Шрамы, я понял. Не, тоже не. О, татуху. Можно перевернуть. Не, девочки любить не буду. О, на щеке вот такая щ... Ой, ты боже. Так, розе, интересно, занято или нет? Блин. Розе Гамптона. Розеч. Розеч. Розыч. Тогда четверочку просто. Розыч. А есть Розы один, оно интересно. Нет. Розыч. Буду Розычем. Здравствуйте, я Розыч. Ю, конечно, я уверенный. Ой ты господи. С татушкой на щите. Начинается. О. Я знаю, борода со мной, я ничего не боюсь. Ничего не хочу переводить. Я просто хочу побегать. Ага. Локет. Я все понял, я все понял. О. Появляемся на берегу. Да, 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 все, интуитивно. Железные бороды. Или... Икс. Ага. Лок. Удар, атака. Левый шифт. Ага. Добивание. Чешу, я не знаю. Е. Да-да-да, я так и понял все. Бля, железная борода. Я буду горевать долго. Шо? Я отрезал от железной бороды мясо. Этап, экипировка. 40... 20 секунд. 40, короче, жизней восстанавливает. Щит в ебане. Ага, на троечку будем хавать. Хоп. Ой ты боже, как он бегает. Ай ты боже. Спаться. А. Эй! Ой ты боже, меня выпустили! Ой, я теперь не в ворд играть буду! Класс! Мне нравится! Так, погнали! Ой-ой-ой-ой! Что там? Комбо! Раз, два... А ну... Раз, два... А! Удар, удар, блок! Подожди, удар, удар, откат. Ух ты ж, ё-моё. А ну да. Удар, удар. О, вот. Ой, это я уже скилловик, уже все. Он не успевает за моей реакцией. Оп-оп-оп, я тут, оп-оп. Мне сразу, короче, читака дали. И бегает, конечно. Не буду заново с... Ой, господи. Ничего.
На максималку. Блин, я не понимаю, что поменялось. Как была 107, так и осталась 107. Может, там в дальнейшем что-то произойдет? Да, все. А что? А что? У меня повисла вся игра? Please, locking. Я не знаю, что происходит. Weapon. И что случилось? Спал. Ну, бля, у меня сейчас опять... А? Я понял, в чем проблема. У меня кириллица переключилась, походу, из-за этого. С опять квадратик будет? Нет. Да, блок. Да. Откан, давай, shift. Shift. О, выпал. Красота. Не, это бомба, а не бомба. Так, ну чё. Давай мне кусок мяса своего. Щит. Ух ты, порадовало. Я думал, сейчас не разрешит мне положить. 90 FPS. С просадками до 90 FPS. Бля, это уже айон какой-то. Отлетающие скалы. Не, ну может это от создателя айон, я просто не знаю. Наоборот, должен просаживаться FPS, он как-то вырос. Погнали. Ой-ой-ой, не хочу я туда идти, мне страшно. Какие-то тучи. Ну, погнали. Уху! Что такое? Ебой. Что это такое? Давно не мылся или что? Ого, что это за... Говно. Опа, железная борода, дорог. Врача. Ой-ой-ой. Да не, мне лучше не принимать его атаки, это ж как Dark Soul. Блин, он меня сейчас убьет. Так. Ай. Да блин, с меня боец? Бля, что у меня вообще не кой? А кью, точно. О май гадебл. Тэпнул меня. Опа, что там мне надо? Короче, идем. Тут бегать. Well, you don't look like one of the drowned. Indeed. And it is where it is nice to make your acquaintance. As desperate as the storm that wrecked your ship. Ah, yes. Ну да, теперь мне штаны надо, да? Чтобы мне получить штаны. О, обулся. Щит получил, обулся. О, можно что, апгрейдить. Я хочу топорец. О май гад, я ж не знаю. Сила декс. Да, все в силу.
Еще один поинт. Да давай в силу. Подскажите, пожалуйста, что мне апать, чтобы это... Я хочу быть топористом. Хм. Спасибо, пожалуйста, кто подскажет мне, на что мне кидать. Так, а что я? Древенс. И что мне надо делать-то? Ну, пошли на этот, на значок. Здорово. Так, один есть. Это все интуитивно понятно, все понятно как бы. А ну сейчас мы его со шпагатом. Это что слабовато? Ух ты, я парировал. Блин, это приятно играется, господи. Я как будто вернулся в 2005 и первый раз зашел в компьютерный клуб и увидел Lineage 2, блин, отвечаю. Как тут бегать? А, Телк, поговорите с чувачком. Да, да. Да, Magic People, Wood People. Я все понял. Куда дальше, кого бить? Что мне? Ага. Крафт. Для крафта мне нужен. Что это такое? Блин, как это все жестко. Какая сыромятная кожа? Мятная кожа, короче, нужна. Мы идем за мятной кожей. Для крафта ржавого меча. А, ну мне хрюшку нам очкануть, наверное, просто. Давай, с вертухи Ван Дамма. Ебой. Но и... А, мне нож нужен. Эй, челик, дай мне нож. А, я могу создать, наверное, нож. Кнай, мне нож нужен. Вот, вот, вот. Мне надо флинт. Камень и кусок дерева. Ебой. Ну, в смысле? Мне, наверное, надо его выставить. О, как штаны крутые теперь есть. И что мне? 120. Armor рейтинг. What the fuck is this? Ебать, как это охуенно, если честно. Ну это поначалу охуенно, что дальше будет? Что там? Ну, побазарить. Ага, да-да-да. Круто, а теперь худоу. Имейл. Охота на кабана, чтобы поесть. Так, а куда мне? Let's go. Блин, тут типа все собирать можно. Прикольно. Можно позалипать. Прикольная игруха. Так, а я понял, что это такое. Визуал. Если мы возьмем сорокет, четкость и сексуализация вырастет. Если мы возьмем больше, ну это офигенно. Для слабых компьютеров самая офигенная фигня. Вот 100%. Типа сглаживание текстур. Я понял. Так, ну давай. Сеттинг. Я понял, что это такое. Да кого-то русского Ваську найти, что мне пообъяснял. Ой, ты шо? Хрюшка. Опа. Опа, тут можно даже вот так. Ой, ебать, туда пиздуйте. Так, что мне надо? Кок. Приготовить, короче, мясо мне нужно. Кук. О.
Ага. Четыре куска мне надо. Что ты это правильно смотрел? Что? У меня четыре куска. Чтобы приготовить мясо. Тупо незнание языка меня. Рест. Посидеть у костра. Офигеть. А, вот, наверное, да? Крафт. Е-бой. Так, максималочку готовим, блин. Офигенно. Так, приготовим дальше. Nicely done. It may seem simple enough, but both board speeches, not your ship, was just one of several claimed by corruption on this day. Windsward settlement keeps track of all the shore. I was hoping you could collect the records from whatever remains of the ships. For recurrent remains. Такой англичанин классный. Ищите на затонувших кораблях записи. Надо какую-то инфу собрать с кораблей. А он бегать может тут или нет? И он только так и ходит. Ну блин, ну как тут это, как это все классно выглядит. Шо, Ирон Кортяк, Кортеч, короче. Так, Вася, алло, не, иди нафиг, ты мне не нужен. Надо затонувший корабль обыскать. Ой-ой-ой-ой, тут тоже паровозы, как в линейке можно возить? У-ху-ху. Все. Что он там мне показал? Ой ты господи. Я шатал тебя сильно. Ого, тут уже позахвачивали уже вот это ж кланы какие-то по-любому. Какие-то кланы держат, да, я понял. Надеюсь, тут русские есть какие-то. Invision. Fall ever fall. Ага, это леваки какие тут могут быть. С 1 по 25. Все в силу, я буду сильным. Я хочу топорец. Блин, он сейчас опять нападет. А дай мне по экспертке посмотреть, алло. Сейчас, блядь, я тебя скиллом Ван Дамма жахну. Опа, а что это такое? Ну да, я об этом и мечтал. И что теперь? Я буду красивый, а ну? Блядь. Блядь. Что происходит? Что? Иди сюда, слышь, иди. Я считал, что там собираешь, типа. Да, блядь, ты за мной не успеешь. Ты видел, у меня платье, блин, плюс... 1050 скорости атаки. Как мне выучить топор? Ну подскажите, пожалуйста, как топор выучить. Вот, так я могу тут вообще сражаться сразу с тремя такой. Я. А я шатал тебя твоего это. Да, это мощь. Так, ну на пустой локации нормально, 100 FPS очки держит игра. Так, я что-то собрал, да, получается? Пошли дальше искать. Не, вот-вот книга. Да. Есть, еще последняя. Короче, на этом закончу я. Опа, тут какие-то другие мобы. Интересненько. Так, а что у меня не восстанавливается это? О, это чувак. А это харакиря какой-то. Я понял, я понял. Я понял. Ладно, на этом мы закончим мы. Игра неплохая, классная, мне понравилась. Просто выкачать персонажа хочется. Хочется за топориста поиграть. Пожалуйста, подскажите, что мне надо выкачивать. Напишите в комментах. Всем спасибо, всем до новых встреч.